Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Моя страсть к детективным сюжетам завела меня в дебри истории русской полиции в исполнении российского писателя Александра Бушкова. Книга «Русский Шерлок Холмс» написана им в любимом жанре – публицистики на исторические темы. Об этом авторе, разумеется, я знала, но не читала ни его фэнтези, ни остросюжетные детективы, предпочитая другой стиль и другой взгляд. Напомню, что по собственному признанию Бушкова он был двоечником и хулиганом. Окончив среднюю школу, он решил больше не получать системное образование. Работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, работником театра. Пишет с 20 лет, а занимался самообразованием. Он также признается. Его не смущает, что далеко не все его сочинения имеют художественную ценность. Ведь Дюма отец написал 300 книг, а знает всего 4-5. Но с этим его утверждением трудно согласиться. Всего за авторством Дюма опубликовано не менее 100 тысяч страниц. А еще он писал пьесы, путевые заметки, сказки, очерки, автобиографическую прозу. Но и отличался Дюма отец не только количеством, но и качеством произведений. Привела это уточнение не случайно. По ходу прочтения русского Шерлока Холмса возникают постоянно вопросы и в отношении содержания, и структуры, и стиля. Хотелось бы больше про русских сыщиков узнать, но треть книги, три главы из 9 посвящены истории полиции от 18 века, петровских реформ до конца 19 века. Отдельная глава посвящена русскому Шерлоку Холмсу, легенде русской сыскной полиции Ивану Дмитриевичу Путилину. И отдельная же глава рассказывает о короле русского сыска Аркадии Францевиче Кашко. К сожалению, их имена в 20 веке надолго были преданы забвению, потому что они являлись прислужниками самодержавия. В книге много просто забавных историй. Например, в 1898 году усилились в крестьянской среде настроения по борьбе с нечистой силой. А в это время Дмитрий Иванович Менделеев вылетел на воздушном шаре наблюдать солнечное затмение. А потом случилась вынужденная посадка возле какой-то деревни. Но крестьяне решили, что этот залетный гость есть нечистая сила, и приготовились встретить его топорами и вилами. Менделеева спасла находчивость. Он стал неистово креститься и кланяться. Ясное дело, нечистая сила на это не способна. Забавно, но пойду в сотый раз перечитаю Шерлока Холмса 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».